Вот таким дружным и веселым строем воспитанники детского сада номер 67 отправляются на игровую площадку. Малышам 4 года, и они еще не понимают, насколько важна эта прогулка. Любимый воспитатель Виолетта Чебак участвует в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов дошкольных учреждений. И за активностями группы зорко следит комиссия. На самом деле есть небольшое напряжение, что за тобой все-таки наблюдают. С детьми мы знакомы давно, поэтому у нас контакт налажен, а вот комиссия немножко страшновато. На этот час игровая площадка превратилась для детей в увлекательный квест. Мальчишки и девчонки разгадывали загадки, танцевали, ставили научные эксперименты. Программу конкурсной прогулки участница разрабатывала совместно со старшим воспитателем, заведующей и методистом учреждения. Злую тучку наказали, ты плохая, ей сказали. В этом году в конкурсе профессионального мастерства участвуют 11 работников из разных детских садов округа. Специальная комиссия оценивает педагогов по определенным критериям. Соблюдение санитарных норм, заинтересованность малышей, познавательность, активность, креативность. Педагоги представляют опыт своей работы, независимо от стажа, требований к стажу нет. В зависимости от оценивания жюри, да, и будут определены победители. То есть может быть 2 вторых места. 2 третьих, например. Это в зависимости уже от оценок. Имена лучших конкурсантов узнаем совсем скоро. Итоги подведут на следующей неделе. Призеры и победители получат грамоты. Такие награды послужат доказательством качественного дошкольного образования в детском саду. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс.